сегодня не пойму, почему змей нет. Вроде да, должны проснуться. В теории. Кстати, о змеях. Всем привет. Мы пришли посмотреть, что у нас на озере. Как оно оттаяло, нет. А дальше по обстоятельствам. Туда уж, я думаю, не пойдем. Да, а что там делать? Вот я тоже так думаю. Наверное, докинем каких-нибудь летних кадров сюда еще в это видео, и все. Только на меня наведи, а то оно скачет на этих кадрах все время. А то никто не поверит. Сейчас, как говорится, нет видео, значит, не было. Ну, сейчас я туда зайду напоследок. Не, ну все, я тебе говорю, вот максимум. И пиздец. В этот раз, что-то третий раз я не вытянул. У нас тут человек еще есть, но мы его не покажем. Он будет для всех загадкой этого видео. Да, вот, если тебя слышно, кстати, будет. У него микрофон, он еще свидетели едут. Сейчас скажут, если они меня знают, скажут, Сережа в конец ёбнулся. Это все, вырубай. Как все видели. Искупаться тут нельзя. Но вода холоднющая, что я раньше, да, купался. И то как-то было это. Ну, по ощущениям, она была теплее. Но может потому, что тогда было минус 27. Не знаю. Когда мы купались на Володарке, не в этом году, а в прошлом, да? В этом году я не попал. То было совсем немного по-другому. Тоже по ощущениям. Вода была холодная. Там, конечно, в видео не видно, что я тормознулся. Что я шел-шел по лестнице и тормознулся. Если приглядеться, там на секунду видно прямо дык. Для меня это так было ощутимо, когда я заходил в холодную воду. Но сейчас мне показалось намного холоднее, чем в те две ночи. Так что как-то так. Не планировали вообще записывать это видео. Вышло все спонтанно и само собой. Встретил бывших соседей, ребят по старому своему дому. Они жили в соседнем. Как говорится, поугарали, поулыбались на это, на все. Они вообще хотели по льду попробовать пройти, только вот до него не добраться. Это, наверное, вот какие-то рыбаки накидали доски. Скорее всего, так. Вот эти доски. Ну да, в теории кто-то по ним пытался проходить туда. Но сейчас я бы по ним не пошел. Оп! Вот заодно сейчас проверю на промокаемость. Обувь. Вроде успел ногу вытащить. Не, вот чуть-чуть намокло. Да, вот чувствую, в ботинок затекло. Минус тряпочных сандалий вот таких. Прям чувствуется мокрое. Вот, наверное, через эти отверстия затекло.
Ну, высохнет, ничего страшного. Насколько оно уж? Нет, там 720 получается тогда просто. 720 ты... Да. И подошел к концу мой отпуск. Какие можно подвести итоги? Съездили мы несколько раз во Владос. И вот эти наши интереснейшие приключения, когда к нам приезжал Стас. А так... Ну что еще? Смотрел любимые фильмы, да? И прочее. Всем, как всегда, спасибо, кто пишет комментарии. Мы хотя бы видим, что мы это делаем не зря. Огромное тоже спасибо тем, кто пишет ВКонтакте комментарии, что он ждет наше видео. То есть тем, кто в личку пишет, спрашивает, когда там еще, куда мы. Всем вот такой вам от нас лайкос. Во. Живой пример, но это камень. И еще много сейчас набрал здесь в песке. Вот, блин, пятая варна землян, блин. Больше мне сказать нечего. Набили бутылок. А потом, блин, удивляются другие люди. Чем мы так херово все живем? Вот поэтому и живем так, из-за этой, блядь, пятой варны землян, блядь. Я сегодня не брал основной телефон, поэтому у меня без стабилизации. Мы вот пришли на такое место у нас здесь, где молодые елки. Тут поляна. Тут такое вот прекрасное небо. Пока не жарко, солнце не светит. Да, велики мы культурно бросили, набрали тут в магазине пирогов. Ну, есть что сказать? Совсем? Совсем. Ну ладно. Располагайся, что-то как не родной. Чё ржёшь? Да чё ржу, последний день отпуска, ё-моё. Завтра на работу. Там есть котлеты и это яйцо, рис. Ну вот, у нас такие пироги классные. Угу. Чё-то черноголовку взял? Да. Ну и черноголовка. Я вообще хотел найти пепси литровые, но там были только полулитровые. Да и полулитровые. Ладно. О, кайф! Все. И можно смотреть на облака. Только неудобно. Ой. Ладно. Вырубай. Едем дальше? Да, я полагаю, что так оно и есть. Только теперь лежа не клади. Она прольется через эту пробку. Ее сбоку вставь. Че, ни разу не видел такого, да? Нет. Ну вот. Я знал, что есть машины, которые бревна пакуют, у них есть эта клещ. Ну вот. И вот так вот они... Угарно, да? Видишь, следы со старой Суздальской идут. Вот я думаю, это оттуда. Там уж вот следы. Вон они, их видно прямо. Ну ладно. Едем дальше. Ты, да, вон черника. Вон земляника.
Будешь чего есть? Мы приехали вот на этот стол. Ё-моё, тут черники, смотри сколько, Серега. Да. Я только сейчас заметил. Чему? Собери, пожрешь. У тебя тем более пакет есть. Ну слушай, просто это, ну согласись, оставлять, когда такие ягоды здоровые. Логично же. Угу. Мне вот этот пирожок, да? Здорово. Вот такой тут у нас стол. О, тихо. Слышь, лесовоз едет. Если сейчас поедет вот здесь, так его засними, чтобы был. Но мне кажется, опять туда едет. Эти стволы спиленные складывать. Возможно, но он где-то вон там. Ну вот он там. По той дороге, где мы ехали. Угу. Не, он не сюда, да? По звуку-то. У-у. Ну и ладно. Жалко, что не получилось полностью в воду залезть. Это было бы прикольно. Хотя и сейчас такое состояние. Я вот замечал после холодной воды, по крайней мере, у меня такой эффект, как будто, я не знаю, ты там две стопки водки выпил. Вот по ощущениям так как-то. Вот сзади меня березняк. Как-нибудь я в него все-таки залезу. Экстремально. Сейчас подсохнет все. Он уже небольшой остался. Было больше, но там вон поле вырубили все, да? Там змеи, всякая хрень. Вот я туда попробую залезть и посмотреть, чего там. Давно, как говорится, руки чешутся. Как говорится, это увидит тот, кто досмотрел до конца. Что еще сказать? А, напоследок. Как бы это сказать культурно. В общем, если вы улыбаетесь постоянно, радуетесь жизни, у вас все хорошо, для стрёмных кошелок, запомните, вы, возможно, под чем-то. Особенно мне нравится, как одна рассказывает всегда про детей. Это вообще шедевр. Я знаю, что у тебя было 10 лет назад примерно. 2000 год, вот в этих временных рамках. Как еще на тогда работающем заводе. Ты от своего муженька билась. Так что не тебе здесь за других.